Девочки, всем здравствуйте! Меня зовут Елена, и сегодня у меня отчетное видео по совместному проекту «Вяжем трио». Организаторы этого проекта Наталья и Марина. Я постараюсь подписать их каналы, если у меня получится, ссылки оставлю, да. Это у меня заявлено в проект «Вяжем трио 2», «Готово 2», по-моему, так. Здесь у меня, я подглядываю немножко в листочек, я заранее взвесила уже и все померила. Здесь у меня бактус получился 164 на 86 сантиметров. 35 грамм на него ушло. Пряжа у нас Ализе Кидроял Кидмахер. Так. И берет у меня ушло, на берет ушло 66 грамм. Это у нас пряжа Ализе Baby Wool, и смесовка у меня, в общем, получилась бобинная пряжа, там полушерсть. Общий вес 66 грамм. Так вот, если поближе, это вот у меня берет и сам бактус. И сейчас у меня будет отчет по остальным проделанным моим готовым изделиям. Я подключусь чуть попозже. Итак, декорации немножко поменялись. Здесь у меня итоги по, в общем, итоги по, как же, в общем, вяжем трио 3, там, где будет 3 готовых изделия. И здесь у меня бактус, берет и шапочка. И сейчас я, опять же, подглядывая на листочек, скажу, сколько куда ушло пряжи. Итак, вяжем трио. Зеленый у меня цвет. Это Real 40. Ализе Real 40. На бактус ушло 78 грамм. На шапочку ушло 79 грамм. И на берет 69 грамм. Пряжа Ализе Real 40. В одну нить берет и шапочка. В две нити. Так, бактус в одну нить, берет и шапочка в две нити. И сейчас снова смена декораций. Немножечко ждем. Итак, девочки, смена декораций снова. И это у меня опять же отчетный такой вот зарисовочка. Здесь снова вяжем трио, готово 3, где 3 изделия нужно было предоставить. Это обязательное условие. Шапочка, берет и бактус. Здесь у меня пряжа Ализе Ангора Gold Star с пайетками. Здесь у меня ушло на берет 57 грамм, на шапочку 76 грамм и на бактус 111 грамм. Итак, Ализе Ангора Gold Star. Вот так вот она выглядит. Это у меня бактус. Но он больше похож даже на шаль. Такой огромный. И это у меня берет и шапочка в две нити связаны. Бактус в одну нить. И его размеры 190 на 92 сантиметра. Да, совсем забыла сказать. Он получился прям огроменный. Ну, очень шикарный и очень приятный. Вот. Итак, это вся моя проделанная работа. Мне было очень приятно вязать по мастер-классам. Все понятно, все доступно. Очень-очень классно. Спасибо девочкам за организацию такого совместного проекта. Я участвую в совместном проекте. Это, наверное, в первый раз, чтобы так... даже с видео, да, например. Вот. Спасибо, девочки, вам за боевой дух, такой настрой, чтобы что все получится, что мы все сможем. Все. Еще раз покажу такую красоту. Итак, вот мои итоги. Все. Я, честно говоря, очень довольна результатом. Мне очень понравились все изделия.
было очень приятно и довольно-таки легко вязать и быстро. Вот берет беленький, да, вот то, что вы видите, я начала его сегодня. И сегодня же закончила. Все, кроме берета вот беленького, который сегодня закончила, я уже провела ВТО, все поглажено, постирано, отутюжено, отпарено, да, вернее, и заблокированы были у меня бактусы, кроме беленького берета. Мне он очень нравится, шикарно. Спасибо девочкам за организацию.